Здравствуйте. Месяц назад мы с вами пересаживали вот этот фаленопсис. У него были гнилые корни, и мы сделали попытку спасения. Сегодня я решила посмотреть. Конечно, он еще не плотно держится в горшке, потому что новые корешочки только-только начали проклевываться. Но уже есть приятные явления. В горшочке здесь, я не знаю, если видно, вот здесь маленький-маленький корешочек пробивается. И вот здесь раз, два, три, четыре, пять. И вот там маленький шесть новых корешков. Это очень приятно. Возможно, наше растение все-таки оклемается. У него увеличился листик. Если вы помните, у него был листик. Держу я его отдельно от других орхидей, потому что у меня уже был горький опыт. Поставила в одной комнате и заразились растения. Другие пришлось... И потеряла несколько растений, и пришлось побороться за них. Постоянное опрыскивание. Я его пока не часто поливаю до полной просушки, потому что, как помните, корни были гнилые. Здесь у нас была вот такая странная деточка. В этой деточке я нашла щитовку. Слава богу, ее было немного. Убрала просто ватным тампончиком таким, смоченным в перекиси водорода, и больше не было ничего. Даю ей сейчас с этой орхидеей удобрение 2 раза в месяц. И, возможно, если через месяц не будет никаких проявлений болезни, я поставлю ее с другими фаленопсисами. Так что сегодня были приятные известия. Спасибо за внимание. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал, задавайте мне эти вопросы. Если понравилось видео, ставьте лайк. Спасибо.